Данный проект является федеральным и в настоящее время реализуется в том числе и в городе Москве. Данный проект появился по поручению президента Владимира Владимировича Путина и курируется Федеральной налоговой службой, центральным аппаратом, которая разработала определенный порядок проведения взаимодействия, осуществления контроля в рамках данного проекта. Более предметно вам сейчас расскажет мой коллега Виктория, а я постараюсь более углубленно объяснять некоторые из тем, которые она затронет. В рамках исполнения поручений президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина от 19 года номер 280 и 1799 от 20 года Федеральной налоговой службы реализуется проект по исключению недобросовестного поведения на рынках.